преддверии Дня Победы на домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, установили таблички с их именами и словами благодарности за то, что они сделали для всех нас. Организаторами этой акции выступило местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Репортаж Максима Швеца. Несколько секунд, и очередная именная табличка будет установлена на здании, где живет участник Великой Отечественной войны. Спасибо вам, вам спасибо большое за вот это небо, за то, что вы есть в нашей жизни. Будем стараться. Здоровья! Поздравлением от лидера единороссов присоединились и представители управляющей компании «Ямалстройсервис». Тоже хотим поздравить вас от управляющей организации, вас, вручить вам маленький подарок. Здоровья вам самое главное. И спасибо вам огромное за то, что вы есть, и за ваш, как говорится, подвиг, который вы совершили. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо. Сам же ветеран признается, что секрет долголетия, а в этом году Ивану Александровичу исполняется 92 года, это хорошее настроение и удовольствие, которое он получает от каждой прожитой минуты. Настроение бодрое, все нормально. Будем, как говорится, жить дальше. На радость окружающих нас, друзей, товарищей. И, как говорится, дай Бог здоровья. И вам, и мне тоже. Для Анны Григорьевны Усковой День Победы – самый главный праздник в году. Вот и сегодня, узнав, что должны прийти гости, она заранее подготовилась. И даже, несмотря на проблемы со здоровьем, сама вышла их встречать. День Победы я праздную. Я ее все равно, хоть как буду болеть, но все равно надо идти на праздник. Это День Победы мой. Можно только позавидовать тому оптимизму, который исходит от реальных участников Великой Отечественной войны. А ведь с каждым годом их становится все меньше. И главным подарком для них по-прежнему остаются лишь наше внимание и слова благодарности. Максим Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».